Ну что, ребят, после глистогонки мамины детки упали. Сегодня капаем 8. Одна в стационаре и одна с мамой. Вроде бы ласковая. И еще пока хорошо играет. А 8, ребят, 8 сильно похудели за сутки. И приходится их капать. Да. Вот, видите, 7 катетеров уже поставили. 7 катетеры поставили. Что, мои красивые? Мамины дети. Ёки мои хорошие. Капаемся, капаемся. Устали дети. Еще двоих сейчас и все. Скажи, капаемся вдвоем. Так легче. Легче. Да, мои хорошие. Капаемся хорошо. Так, увеличилась. Очень быстро пошла. Очень быстро. Лапочку развернули и быстро пошла. Так, хорошо. Ну вот, еще двое. Сейчас этих прокапаем. Потом еще двоих. Там и золотой. Лежи тихонечко, детка. Лежи. Кому-то хуже. Кому-то тяжелее, кому-то. Да, мои маленькие, мои красивые. Все хорошо. Только не грызи. Чего ты? Зайка моя. Зайка моя. Да? Этот спит спокойно, а этот буянит, детеныш. Маме. Ну что, мои хорошие, заканчиваем первых двух капать. Сейчас пойду следующих двух, так, по два и ношу. По два. Не-не-не, держи лапочку, детка. Держи лапочку, моя солнышко. Мамина. Ничего, ребят. Все будет хорошо. Да, мои хорошие. Держу, держи лапочку. Держи, чтобы текло хорошо. Держи, моя солнышко. Мамина. Хорошая. Все хорошо. Мамины дети. Мамины хорошие. Все хорошо. Мы капаемся, да? Капаемся. У нас то рвота, то жор. И непонятно что. Но в любом случае мы капаемся. Да? Это проверка. И проверка неплохая. Так, это у нас по что? Индейка. Так вот, индейку они жрать не хотят. А телятину... И вот так мы капаемся, да? По-другому не хотим. Чешите пузик, гладьте шейку. Тогда буду лежать капаться. А если не будете гладить, скажи, я буду буянить. Да? Эй, красавчик. Такой вреднейший мальчишка. Да-да-да. Капаемся, а что делать? Потихонечку. Да, мой золотой?